Поезд «Вместе против диабета» стартовал из Приморья в Москву. В рамках всероссийской акции «Поезд здоровья» пройдет по маршруту Владивосток-Москва и сделает 37 остановок в населенных пунктах 30 субъектов России. Проект организован и реализуется АО РЖД и Минздравом Российской Федерации. Мы все идем к нашей общей цели – достижению ожидаемой продолжительности жизни. И здесь самое главное – обеспечение доступности и качества медицинской помощи. Тот проект, который сегодня отправляется в путь благодаря РЖД, это действительно доступность и качество медицинской помощи в те уголки нашей страны, где порой это может быть единственная возможность на протяжении временного участка получить действительно качественную медицинскую помощь при участии РЖД медицины, при участии регионов для наших граждан. В рамках акции любой желающий сможет пройти обследование, включающее лабораторные функциональные исследования и консультации врачей, в том числе узких специалистов. Этот поезд, он помогает и поможет вовлечь в историю знакомства с принципами здорового питания, ранней диагностики сахарного диабета, его важности. То население, которое, может быть, не посещает даже поликлиники, которое обратится к нам по ходу следования поезда и получит первичную консультацию, поймет, что есть проблема или, допустим, наоборот, все хорошо, но сейчас необходимо сосредоточиться на сохранении здоровья. Поэтому это очень важная социальная инициатива, которая, безусловно, принесет, даст свой вклад в повышение здоровья населения в целом. Во взрослых и детских поликлиниках Приморья открылись 16 школ для пациентов с сахарным диабетом. А своевременно выявить риск развития эндокринного заболевания позволит регулярное прохождение населением профосмотров и диспансеризации. Максимальный охват россиян профосмотрами – это важная часть нацпроекта здравоохранения, инициированного Владимиром Путиным. Напомним, правительство Приморского края уделяет большое внимание обеспечению доступности прохождения диспансеризации и обследований для сельских жителей. Как отметил глава региона Олег Кожемяка, профилактика – это приоритет в оказании медицинской помощи. И те программы, которые мы принимаем по здоровому образу жизни, по развитию массового спорта, реализация прививочных кампаний от сезонных заболеваний – все имеет отношение к профилактике болезней, позволяет снизить заболеваемость в крае. Ирина Шилина, новости на Восьмом.